Ну, погнали. Сделал вид, что подумал над пиком. Ну, чё вы? Ну, блин, если дают медузу пикнуть. Но я посмотрел просто на драфт, типа, нет ли там какого-то чего-то супер страшного. Ну, вроде нет. Вроде играть можно. Но неприятно, конечно, да, там тебе и Doom, там тебе и Grim. Блять, опять в меня будут кучу г**на закидывать. Там тебе и вот эта вот подруга, которая будет заебывать знатно, надо МКБ будет купить. То есть, короче, там до хера всякого г**на, но... Начало игры, так сказать, интересное. Ну, против Дума, опять же, да, должно быть легко. Пизда, хули так спайкает? Ну, типа... О, как бесит, блять, эта ебучая Dota 2. Ну, почему я должен перезаходить в Доту? Типа, сыграв пару каток, перезаходить в Доту. Ну вы что, блин, угораете там на разрабах? Ой, блядь! Всех крипов ебал. Фантомка 5 кп, пусть долбоёб. Ну, я не знаю, что делать. Состоять, фиди дальше. Чел видел, блядь, то, что он делает от воды. Поставь ебаный сентри сюда. В чем проблема? Я знаю, что я в лете разъебу, блядь. Это понятно. Но... Когда это будет, я не знаю. Ты, блядь, ёбаный урод, нихуя не сделаешь, блядь. Сука, нахуй на эти морали, блядь, ебан. Мистик Снэйк! Блядь, ебут твою идею. Чё? Ой, ебём в ответ, нахуй. Не ебём? Бля, ну нормально пойдет. Хотя что нормального, хуй знает. Блять, ну ты чё, в инвизе что ли был или что? А, он с блинка запрыгнул. Тварь дырявая, блять, блинк уже есть. Что постою? Я тресла, как ты сделал. Не знаю, мне кажется, я лучший игрок планеты в Доте 2. Кто согласен? Секунду, у меня... Без чат. Хорош. Я и даже не пытался добить вышку, потому что я знал, что я ее не добью, поэтому не потратил на это время. Блять, можем что-то. Я на перехват иду, можем драться? Просто ходит три ебла, блять, и ебут нахуй. Сломайте ворды везде, нахуй. Купите все центрики. В глаза смотри, тварь, блять. Не подходи только ко мне, чтобы он кнопки не нажал свои. Не подходи близко ко мне. Он отдал же, отдал связку. Ну, чайник. Ладно, бог. Да я думал, что еще какой-то ТП будет, походу, нема. Учитывая, что мне сейчас надо будет да, 4 или... Нормально. Я купил смок. Медуза, тебе надо дефать идти. А я тут. Остальных можем? Там БКБ у нее. Ебать, мне просто на два крита ебануло, просто два. С тобой, Дуза, я с тобой, можешь драться. Да, блядь, как драться? Я бегу нахуй туда. Бежим отсюда, бежим. Бежим. Если что, просто базу дефаем. Стой за спиной и жди удобного момента. Надо дедеблить или что? Я нихуя не пойму, блядь. Все, просто байте до последнего. Я очень жирный. Ой-ой-ой, а ящик не нажал. Да нет, я играю, блядь. Ладно, поздновато чуть-чуть. Ну нормально, ладно.
Блять, я щит не смог нажать, мне дали сайленс настолько быстро. Чё? Чё за прикол? Чё мне так быстро сайленс, блять, уебали? Смотри, они тут не все, ребят. Не надо, отойдём. Они тут не все, они тут не все, еще раз говорю. Ну, пацаны, ну, блядь. Ну, я же говорю, они тут не все, почему вы меня не слышите? Я когда говорю а что-то, пожалуйста, говорил, слушайте, блядь. Что я говорю. Я вас умоляю, блядь. Это пиздец, невозможно с вами играть, блядь. А чё не сожрал его? Это пахнет. Да, не альбард уже. Блять, слабый пизда. Я в ахуе просто. Братан, с чего ты в ахуе? Того какой ты слабый, сэр? Ну, он сейчас вас поубивает. Блять, я не знаю, что. Ну вы вообще, вы же видите, что вы его никак не убьете, ну очевидно. Нахуй, блять, этот долб... Ой, ладно, ладно, этот пиздец. Еблан на Пудже, киньте ему обязательно репорт в конце игры. Это, блять, 100%. Да я вам сказал вначале, что это ебанько конченое. Конченый реально, блядь, такой уёбок, блядь, это пиздец. Всё, пиздует, жрёт, блядь, героя, которому вообще ничего сделать не может и дохнет просто так. Ебаница слева. БМ нажимает против фантомки, у которой, блядь, арморов в 1000 раз больше и сатаник. Думает, убьёт. Пицца. Ладно, мне дум. Ой, я забыл, что у меня бая не. Ой, блядь. Это похуй. У тебя есть бай. Понял, я задумал, что у меня нет, и поэтому дал бы ха. А пиздец, они просто алибарды меня законтрили, я ваха. А я байбагнулся. Вот и получивает. Нормально. Ну все, 25-й есть. А, так заебись. В принципе, заебись. Теперь надо Рошина забрать, парни. Надо Рошина забрать. Ебать, я такой первый раз вижу, чтобы выпал и вот этот вот Timeless Relic, и вот эта хуйня Spell Prison. Это пиздец. Это пиздец, конечно. Подкрутка нахуй. Смотрите, они без дума в миде, вот это же ошибка, пацаны, надо наказывать, без дума в миде. Бля, бегу я, там что-то как-то вообще. Помогать. Отходи. Они меня не отпустят. Байбек у меня нет. Я в думе, я увел чайник от вас.
Ульту там жми, не жалей, потому что сам понимаешь. О, хорош. Если будет создавать, сразу пизди его. Готрон! Трон. Готрон, трон. Забейте на бараке, трон. Я тем более сплитшот отключил, потому что иллюзия будет слабо. Надо трон жарить. Жарим трон. Так, да, ребят, мы не отходим. Мы не отходим. Я въебу его. Блять, я же установил. А чё ты на эсэфе-то съебал сразу? Хорош, хорош. Слушай, это такая хуйня, то что я сейчас думаю, то что пусть опять хуйня занимается нахуй, и можно его убить сюда в том. Пелпа нужна. У меня просто чайник выпал. Жмите байбеки свои, жмите. У меня КД. Жми SF, отпушивай лайны. Жми. Тебе придется его нажать. Жми прямо сейчас. Чё ты тупишь, блять? Главное, не сдохните. Наша задача задефать трон. Блять, ну какие они конченые, это пиздец. Но почему меня, блять, убивают так легко, и мне просто не могут помочь? Ну, почему я не могу бить? Все, готовьтесь драться. Готовы? Погнали. А, ебать, это иллюзия была. Ебать, это долбоебина. Пизда, я без ульты теперь. Но они не знают. Пошел найдем, нет, они будут ебашить. Ну, блядь, это хуёвая история. Давайте просто там стоять, не драться, не знаю. Блокола есть у меня. Ой, ты же живучий, блядь, ты же лично. Ты умрёшь. Найс, они нарушили пить, но там нету рошно. Ну, блять, мы нарушно пока не идем. Пока мульт не откатит, мы не идем, ребят. Просто тусим здесь. Фантомку поймал, мужики. Хорошо, надо идти по идее. Ну ладно, горошин добьем. Да, на укрытие. Я огоним заберу. My bad, слышь, я не нажал рефреш сразу же. Быстро, рошина. Я бегаю. А, Энигма, возьми рефрешер, нажми его, блять. Я же выложил, блять. Дай быстрее ему рефрешер этот. Ваши верхние казармы разрушены. Ладно, 20. Ну, блять, ну мы не дождемся. Пиздец, мы бы сейчас могли подраться. Похуй вообще на эти бараки, мы спушим трон за секунду им, блять. Если окей, они проебутся где-то. Я и с сыром, и с Аегисом, блять. А без бая сдох, мы проебали. Ты зачем ты летишь на цепи? О, боже. Дуска, давай, блядь, не потянешь, сука.
ваша ебаная. О, я иду за ебать! Смотри, нахуй демонюга, бля, ебать. Нет, тут лайк, нахуй, без вопроса, бля. Парни, я... у меня куча денег, я не могу их потратить, пизда. Ни у кого нету, блядь, ни у кого в бае нет. Через 50 секунд будет. Но я уже сам буду через 50 секунд. Бля, мы проебали, слышь. А, не. Подожди, нахуй, лучше так не делай. Да, подожди хотя. Ладно, у нас глиф есть, нормально, живем. Должны жить, бля. Сейчас убиваем фантомку без бары, будет дай бог. Мне рапира долетела. Ну, блядь, надо как-то ж дефать. Тебе надо в любом случае. Если ты сдохнешь, сейчас блэкхолами начну тогда уже. Хорош, брат, ебать. Секунд, братишка, 10 секунд. Пи нахуй, 5 секунд. Там рапира лежит. Рапира лежит, парни, где-то. Вон. На СФ можешь взять, там, не знаю, или кто-то. Просто чтобы пушить. Ай, блядь, рапира бы лежала на базе, на самом деле, и ничего б не было бы. Я бы ее смог забрать. Конечно, башня. Я в думе. Я дам всех, дам ульт. Так, все, пушим. Пуш, можешь, пожалуйста, на дефе остаться, а? Да, это, ты же с травалами, останься на дефе на СФ и потом... А, да, ты с травалами, прилетишь. У нее бай должен быть. На надо потом, просто троном спушить, и все. Парни, нужна хлопа, а потом... БКБ. Найс. Трон. Просто трон нажми, и рейтфликом, и все. Соля, ты Нигма, это не твоя победа. Да, ребят, я понимаю, что я вообще в этой игре ничего не сделал. Что я обычный рыглопёс. Я все прекрасно понимаю. Я все понимаю, я же не выебывался. Спасибо и Нигме за победу. Ой, блядь. Сука.